The concept of the kingdom of God is the first and original plan of God. В 8 главе от Луки мы читаем, что ходил Иисус по городам, селениям, проповедуя благовествие Евангелия Царства. И были женщины, которые служили своим имением Ему. И там написано «и многие другие». То есть их было немало. Они суппортировали ту миссию, или то посланничество, или то видение, которое Иисус распространял на этой земле. Они стали частью этого. И они все сделали со своей стороны для того, чтобы Иисус, в свою очередь, выполнял Его функцию или Его роль. Тот же самый Иисус, который начал это на этой земле, Он сказал в 24 главе послания от Матфея, 14 стихе, что «и будет проповедано Евангелие Царства во свидетельство всем народам до края земли». И это то, что поручено нам теперь завершить или закончить то, что Иисус начал. И дьявол четко понимает, что единственное, как можно наносить урон и всячески останавливать проповедь Евангелия Царства, это лимитировать суппорт. Это все сделать для того, чтобы это послание, это видение, оно было ограничено ресурсами. Поэтому, друзья мои, я хочу обратиться ко всем вам. Если это служение благословляет вас, все проповеди, все послания, все, что Бог поручил нам делать, чтобы мы распространили Евангелие Царства по всему лицу земли, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы вы стали частью этой миссии, частью этого видения и могли каждый месяц суппортировать это служение. Любой суммой оно помогает нам не останавливаться и распространять ту миссию, которую Иисус начал на этой земле. Станьте месячным партнером, и мы вместе с вами будем совершать Божью работу на этой земле. Я благословляю вас. Thank you.
gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna. Oh, I sing it out 'cause I believe it. That you're never gonna let. Thank you so much for growing with us. If you like this video, hit that like button, subscribe below, and click that bell button so you can get a notification every time the new video comes out. Guys, share this video to your social media, to your friends and family, so we can spread the gospel of the kingdom together. We'll see you next time. Вот наблюдая за тем, что происходит, looking at what's going on right now, ярче и ярче вот такие вот две картины. Clearer and clearer, there's two pictures. Сегодня я напечатал, вот там выбила такая ссылка, что происходит в Китае сейчас, да, вы знаете. I got a, like an alert on what's going on in China right now. You guys know. И все новости сейчас говорят о том, что происходит в Китае. And all the news is about what's going on in China. И такие дилеммы пускают или мысли, что две трети земли может охватить вот эта вот инфекция. And they're even throwing out these kind of thoughts or words that this disease, this virus can capture 2/3 of the world population. И люди в страхе находятся, воздыхают, знаете, от страха. And people are in fear. They lose their breath because of the fear. Потому что каждый день что-то происходит. Одно еще не закончилось, другое началось. There's always something going on. Something hasn't finished. Something new has already started. Теперь я попрошу всех, особенно FFM, я хочу с вами делиться, вот, общаться. Да. Одно вот еще не закончилось, другое началось. One hasn't finished. Another one has started. А потом я смотрю на другую сторону. And then I see the other side. Только вернулся с Бразилии. Just came back from Brazil. Исторический момент. 3 стадиона забит людьми. Historic moment. 3 stadiums filled with people. Average, то есть в среднем от возраст, который был на стадионах, это 24 года. The average age of the people attending was about 24 years old. Первый стадион зарегистрировались люди за 3 часа. Full stadium, 80,000 people, 80,000 людей. The first stadium was registered in 3 hours, 80,000 people. Второй стадион за один день зарегистрировались. The second stadium in one day. Ну, в общем, вот я был вот на этом всем движении. I was there in this whole move. Знаете, своими глазами видел, своими руками ощущал, своими ногами стоял. With my own eyes, I could touch with my own hands. Целое движение. This movement of God. Реально то, что делает Бог. What God is doing. И вот так смотришь, с одной стороны, ты видишь, что происходит в мире, вот в физическом, вот это все поражение. And on one side you see what is going on in the world, the defeat, the losses. С другой стороны, вот это одна реальность. This is one reality. И потом вот смотришь на другую сторону, по правую сторону, знаете, по левую сторону, там все ужасно. On the left side, everything is bad. А потом по правую сторону, раз. And you look on the right side. Правая сторона всегда, это где благодать Божья. On the right side, there's always the grace of God. И ты видишь вообще то, что делает Бог. And you see what God is doing. И что интересно, оно так все ярче и ярче становится. And what's interesting, it becomes so clearer and clearer. Кто-то замечает это, нет? Вот, anyone noticing this? Вот оно реально ярче и ярче становится. And it becomes clearer and clearer. Ярче и ярче. Clearer and clearer.
И вот постоянно у меня эта песня внутри, знаете, чьим словам поверишь ты? And this song is always inside of it. Whose words will you believe? И вот размышляя об этом, сильнее и сильнее я чувствую вот продолжать делиться вот тем, что Бог сильно производит внутри меня. And meditating on this, more and more, I want to share what God is doing inside of me, and putting inside of me. Я прихожу к важности этим шире и шире делиться. I see the importance of this to magnify this more and more. Now, тексты, которые я сейчас зачитаю, вы их 100 раз, может, перечитывали. The scriptures I'm going to read tonight, you've already read them probably hundreds of times. Позвольте об этих текстах поразмышлять, вот прям, чтобы мы окунулись в них вместе. Let's meditate on these together tonight. Вот я попрошу всех максимум внимания, меньше ходить, вот прям вот окунуться в эти слова. If we could just have our maximum attention. Amen. Вот давайте две стороны, один и тот же текст в разных временных ситуациях озвучен был. The same scripture, but in two different situations, two different ages. Это Иаиля 3 глава и Деяния 2 глава. Давайте мы окунемся туда. That's Job 2 and Acts chapter 2. То, что мы много раз слышали. Because many times we've heard about it. И каждый видит через свою призму. And everyone sees from their perspective. Но я хочу вот говорить в концепции вот Божьего видения. But I want to see it from God's concept, come from God's vision. Вот Библия говорит, о горнем помышляйте, а не земном. Think of the eternal things, not of the earthly. Помышляйте, мыслите с позиции, в которой вы уже находитесь на небесах. See from the perspective of where you're seated in heavenly places. Мы в нем посажены на небесах, мы должны об этом мыслить, мы должны иметь этот образ мышления. We are seated with him in heavenly places. We have to think from that perspective. We have вот our mindset от этого there. Изменяется наша жизнь. From that our mind, our Абсолютно. Life changes. Абсолютно. Absolutely. Потому что теперь твои чувства, они вот от твоего образа мышления. Now your feelings are from that mindset. Твоя реакция от образа мышления. Your reaction is from that mindset. Твое внутреннее мировоззрение и состояние от образа мышления. Your internal condition is from that mindset. Ты воспринимаешь волю Бога благой. You receive God's will as good. Я скоро посвящу целую тему одной мысли. I'm going to soon do a whole topic about one thought. Если мы волю Божью не увидим в своей жизни благой, if we do not see God's will in our life as good, мы самостоятельно, we ourselves, добровольно, willingly, сознательно, consciously, никогда не отдадим себя полностью Богу. We will never give ourselves fully to God. Не под прессом давления, а сами, вот знаете, которые ж Господь, I am yours. Not under pressure, but just as a surrender, God, говорят, I am yours. I am yours только под когда придавило уже со всех сторон. It's, you know, I have this. I am yours when I have problems on all sides. Я ему говорю, I am yours, когда у меня все хорошо в жизни. I say to him, I am yours when everything is good in my life. Да. В этом состоянии говорю, я твой Иисус. In this situation, I said, Jesus, I am yours. Я четко понимаю, что все, что в моей жизни, это от тебя. Я твой. I know fully everything in my life is from you. I am yours. Я твой. I'm yours. Amen. Amen. Ну хоть кто-нибудь, аминь там. Anybody say amen? Amen. Amen. Давайте два этих текста поразмышляем вместе и в конце будем молиться. Let's meditate on these two scriptures. Иаиля 3 глава. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть. You can just one by one with me. Afterwards, I will pour out my spirit on all flesh. И будет после того, то есть связано с определенным временем. So it's talking about afterwards, there's a certain time. И залью от Духа Моего, то есть это придет от Духа Божьего на территорию, там где плоть. He's saying, I will pour out my spirit. То есть это придет сверху вниз. It's going to come from above to below. И будут, скажите, будут. And they will, say will. Будут пророчествовать, сыны ваши. And your sons and daughters will prophesy. И дочери ваши. And your daughters. Теперь внимательно смотрите, здесь не идет речь о дарах духовных. This doesn't talk about the gifts of the spirits right now. Здесь идет речь о особенных людях, которые имеют дарования духовные. This isn't talking about specific people that have gifts of the spirit. Это идет речь о том, что придет такой образ жизни. This talks about there's going to be a lifestyle. A lifestyle is going to come. То есть вот когда-то изольется, вот так Бог видит жизнь на земле. There's going to be a period where God's going to see life on this earth like this.
Вы не услышали меня. You haven't heard me. Я сейчас хочу ваше максимум внимания. I need your maximum attention. То есть смотрите. Follow me. Я хочу, чтобы это сам Бог через пророка озвучивает. This is God saying through the prophet. Что вот так будет. This is how it's gonna be. Скажите, вот так будет. This is how it's gonna be. Вот так Бог видит. This is how God sees it. Когда Он изольет от Духа Своего. That He will pour out His Spirit. Вот так Он видит, начнется эра, так начнется жизнь. This is how He sees it. An era, a life will begin не, like this. Не воскресное богослужение. Not a Christian service. Не конференция. Not a conference. Образ жизни. A lifestyle. Образ мышления. A mindset. И будет. And it's gonna be. После того. Afterwards, когда изольется дух, that the Spirit will pour out, сыны будут пророчествовать, sons will prophesy, дочери будут пророчествовать, daughters will prophesy. Слышите? You listening? Сыны будут пророчествовать, sons will prophesy. Не видео games, а пророчествовать. Not video games, but prophesying. Пророчествовать. Prophesying. Слушайте внимательно. Listen to me carefully. И дочери ваши. And your daughters. Дальше написано: старцам вашим будут сниться сны. Your old man will dream dreams. И юноши ваши будут видеть. Your young man will see visions. Слушайте, будут видеть. Your young man will скажите see. Со мной, они будут видеть. Они будут. Вот потому что. Да. Okay, say... Это вторая глава. Вторая. Your young man In will English. See. В русском третье у меня было. Друзья, да не важно, какая глава, что там есть. Главное, что есть это. Guys, it doesn't matter the scripture, as long as it's in there. Есть это там. It's in there somewhere. Не выдумано это просто. It's not made up. Есть, вот в этой книге все. It's all in this book. Аллилуйя. Hallelujah. А, проверяют меня. They're checking me, they're checking me. Хорошо, что я перед Богом хожу. It's a good thing I walk before God. Слушайте внимательно. Listen to me carefully. Дело в том, что у нас вот есть свой взгляд от определенного образа учения. The thing is, we have a certain perspective or mindset from a certain type of teaching. Мы не смотрим иногда на слово, не провалимся пророчески в него. Мы иногда вот смотрим саму букву. We sometimes only see the letter. We don't fall through the word. Юноши будут видеть. Your young men will see. Видение, видение. We'll see visions. Видение или видение это не просто, знаете, какой-то момент только в молитве. Visions is not a moment just in prayer. То есть это будет то, чем захвачена молодежь. Они будут просвещены и будут иметь видение Божье, Божий взгляд. This is what the young people will be captivated by. They will see vision of God from his perspective. Почему я так опираюсь? This is why I'm leaning on this. Откуда я, от чего я отталкиваюсь? Where am I pushing off from? Потому что здесь не идет речь о дарах. This isn't talking about the gifts. Не о дарах духовных. Not about the gifts of the Spirit. А жизнь в духе. This talks about the life in the Spirit. Жизнь в другом измерении. The life in the spiritual realm. Юноши будут видеть. Your young men will see. Божьим взглядом, иметь Божье видение. Will see God's perspective, God's vision. Вы знаете, что вот вы там, мы там, все там, наверное. All of us. В меру. To a degree. Смотрим свои видения. We see our own visions. Вы же поймите, это сам... это настолько духовный метод, это просто инструмент. This is such a spiritual method. It's just an instrument. Который активизирует в нас то, что заложено в нашем духе. It activates in us what's already inside of our spirit. Есть сильнейшая реакция, потребность в том, чтобы видеть. There's a great reaction to see. Дьявол это понимает. The devil understands this. Вы смотрите, сегодня, знаете, вот этот текст, где написано, чтобы все говорили одно. There's that scripture that says, for all to say one. А чтобы всем говорить одно, нужно всем видеть одно. For everyone to say the same thing, they all have to see the same thing. Дьявол это взял. The devil took this. Сегодня все видят одно. Everyone sees one. Всех внимание, вот, все, и главное, не устаешь.
And everyone's attention. And you know what's funny is you don't get tired. Не устаешь. You don't get tired. Только палец иногда болит уже, да? Just your finger starts hurting. Крутишь его по этому. From scrolling Instagram-у, and scrolling. Instagram. Facebook-у. Facebook. И видишь. And you see. И видишь. And you see. Одна девчонка говорит. One girl says. И говорит, я решила занять спортом. I decided to work to start sports. Говорит, добежала до кухни. I ran to the kitchen. Взяла кусок колбасы. I took a piece of meat. Открыла Facebook. Opened the Facebook. И бегаю глазами. And I run with my eyes. И думаю, спорт это мое. The sport is mine. Вы видите, то есть ты не устаешь, ты вот прям вот прям туда вот погрузился в это видение. You don't get tired, you're just engraved in this vision. И таким образом дьявол захватил внимание. And in this aspect, the devil есть такая сила в видении. There's such power in vision. Есть такая сила, когда твое все внимание направлено на что-то. Если духовным языком говорить, if we're talking the spiritual realm, тот, кто овладел твоим вниманием, тот овладел твоим поклонением. He that has captured your attention has captured your worship. Овладел твоими ценностями, твоей жизнью, твоим временем. Has captured your attention, your value. Вот такую силу имеет видение. This is the power that vision has. Вот такую силу имеет твое внимание. This is the power that your attention has. Там твои эмоции, там энергия, там чувства, там переживания. И ты можешь так провалиться туда. And you can be in it so deep. И вы что думаете, что Бог не предвидел время? Do you think God did not see this time? Бог вообще не разбирается, что происходит? That God is not, does not know what's going on? Я хочу показать, что параллельно тому, что дьявол пытается делать. I want to show parallel that what devil's trying to do. Последнее время. And the last time. Юноши настолько будут видеть Божье видение. That young men will see God's vision so much. Настолько будут захвачены Богом. They will be captivated by God. Написано, юноши будут видеть видение. It says, young men will see visions. И второй стих написано, и также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего. And he says, even on my servants, both male and female, I will pour out my spirit in those days. И покажу знамения на небе и на земле. And I will show wonders in the heavens and on earth. Я специально пересматривал многие тексты. В другом переводе написано, люди прямо будут видеть мою силу в этих знамениях. I saw different translations, and this translation is interpreted saying, they will see my power and glory in this. Да, прямо будет манифестирована сила Бога. The power of God will be manifested. И кровь и огонь столпы дыма. Четвертый стих. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. The sun will be turned to darkness and the moon to blood. Прежде нежели наступит. Before the coming. То есть это не прямо в тот момент, а даже прежде, чем наступит день Господень. It's not in that moment, it's before the day of the Lord. Великий и страшный. Это в Иаиле так написано. Great and dreadful. Yes. Великий и страшный день Господень. Great and dreadful day of the Lord. Смотрите, как описывают деяния. Вот, и сливается, приходит Дух Святой на землю, Петр встает и начинает давать объяснение. So let's see how Acts is writing about. The Holy Spirit comes on this earth, and now Peter is showing his version. И Петр опирается на пророчество. And Peter is basing it on the prophecy. И он начинает его тоже открывать. Я хочу эти два текста сравнять, чтобы легче было мне потом мысль свою. I want to compare these two scriptures, and Peter is also basing this off of Joel. Деяния 2 глава 16 стих. На это есть преднареченное пророком Иилем. In verse 16, no, this is what was spoken by the prophet Joel. То есть то, что было сказано пророком. This is what was spoken by the prophet Joel. Говорит, вот вы это видите сейчас. You see this right now. Почему удивляетесь? Why are you surprised? Мы это читали все. We read about all а of this. А сейчас это происходит. But this is going on right now. Я хочу сказать всем, кто сидят здесь и всем, кто смотрит. I want to say everyone that's here and everyone's watching. Мы живем в такое время сейчас. We live in such a time right now. Что то, что мы читали. Everything that we've read. Оно сейчас происходит. It's going on right now. По всему лицу. All across the earth. Просто многие продолжают читать. Many people continue to read. А другие уже проживают то, что читали. The other people are experiencing what they've read. Слышите? You see? Одни продолжают читать. Some people are continuing to read. Другие начинают проживать. The other people are beginning to live it.
Мы живем в это время. We live in this age, this time. И я хочу просто немножечко растянуть этот текст, чтобы показать между тем, что было в начале, когда излился Дух Святой. I want to stretch this text, this scripture out where to show what was in the beginning when this was written. И что это связано не только с тем началом, но и со вторым пришествием Иисуса. And how it's tied into the second coming of Jesus. Да. И вот написано, он объясняет, что это было предсказано пророком Иоилем. И будет в последние дни. Он дает более ясно здесь. And the scripture directly says this. And in the last days. В последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. И будут пророчествовать сыны ваши. And your sons will prophesy. И дочери ваши. And your daughters. И юноши ваши будут видеть. Мне нравится это просто само выражение. Будут видеть видение. And your young men will see visions. And I love this expression. They will see visions. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. And your old men will dream dreams. А теперь 18 стих. Я хочу заострить внимание. And now verse 18, I want to show. Вот Бог там через пророка и потом использует Петра, он как бы мысли эти озвучит. Now through the prophet, now using Peter, he's basing his thoughts and he's showing this. И вот в Иоиле там как-то оно так немножечко было все скользко и не совсем ясно. And in Joel it wasn't so, it was kind of skittish and it wasn't so detailed. А в Деянии прямо вот Бог обратил мое внимание. And in Acts it's as God has showed my diverted my attention to this. 18 стих. And verse 18. Среди юношей, среди старцев. Among your young people, among your older. Среди сынов. Among your sons. Среди дочерей. Among your daughters. Как бы мы это все ни называли. However you want to call this. В 18 стихе Бог выделяет определенную категорию людей. In verse 17, he shows a category of people. И я верю, что эта категория людей связана со вторым пришествием Иисуса. And I believe this category of people is tied into the second coming of Jesus. И я это в конце сведу, вы увидите шире намного. And I will tie all of this so you can see a bigger picture. В 18 стихе. In verse 17. Бог говорит через словами пророка, через Петра. God speaks with through the prophet, through Peter's words. И на рабов моих. And even on my servants. Там стоит моих с большой буквы. Mine stands with a big word, big letter. Бог выделяет определенную категорию людей. And he sets apart a category of people. И на рабов моих. And on my servants. В те дни и на рабынь моих. And in those days, towards my servants. В те дни и залью духа моего. In those days, I will pour in out of my spirit. You don't hear me. You don't get it. Здесь намного шире понимание. There is a greater opening. Бог два раза повторяет, что он будет изливать. God twice is saying the same scripture, saying, "I will pour out my spirit." Are you guys with me? You guys following? Смотрите, Бог два раза выделяет здесь мысль эту. Two times, God is saying. Вначале он говорит, я изолью от духа моего. He's saying, I will pour out of my spirit. Сыны будут пророчествовать. Sons will prophesy. Я умышленно медленно здесь беру время, потому что мне хочется вот прям добраться до чего-то. I'm taking this and repeating it a few times because I want to get to a point. Я изолью от духа моего. From my spirit I will pour out. Сыны будут пророчествовать. Sons will prophesy. Дочери будут пророчествовать. Daughters will prophesy. Юноши будут видеть видение. Young men will see visions. Старцы будут захвачены сновидением. Older men will see dreams, dream dreams. Прямо вот люди будут жить вот этим языком духа. And the people will live this tongue of the spirit. Захвачены вот этим божественным миром. They will be captivated by this new world. This Божьим миром. God's небесным world. Царством Бога. Kingdom of God. Будут иметь этот взгляд, будут иметь это мышление. They're going to see this vision, they're going to see this mindset. Будут об этом говорить. They're going to talk about it. А потом он в 18 стихе говорит. But in verse 17. И на рабов моих. In verse 18, he says, "Onto my servants." И на рабынь моих. And on my servants. Снова повторяется мысль, я изолью от моего духа. And he says, repeats it again, I will pour out my spirit. Знаете, почему это так важно? Do you know why this is so important? Потому что сегодня очень много людей, которые стали рабами служения. Right now, a lot of people have become a servant to the ministry. Хорошие, замечательные люди. This is great, amazing people. Хорошие люди. Great people. Преданные. Dedicated. Верные. Faithful. Но служению. To the service. Служа Богу.
Serving God. Служа Богу. Serving God. Посвящены служению. Dedicated to the ministry. Но больше и больше среди вот этой категории, вообще среди вот этих людей верующих. More and more amongst these Christian people. Начинаются где-то просачиваться, прорастать еще глубже или сильнее категория людей. And there's people that are being birthed and starting to sprout up even a different category, a deeper category of people. Люди, которые не просто преданы служению Богу. People that are not just dedicated to the ministry of God. Люди, которые преданы самому Богу. But people that are dedicated to God Himself. Слушайте, самому Богу. God Himself. Которые стали рабами Бога. But they've become servants of God. Не рабами служения. Not servants of the ministry. Не рабами системы. Not servants of the ministry. Не рабы, знаете, вот похвалы людей. Not servants to please people. Не рабы даров. Not servants to the gifts. Не, вот, понимаете, о чем я сейчас говорю? Do you understand what I'm talking about? Если вы думаете, что в этом нет рабство, вот в славе человеческой еще какая есть рабство, какое? If you don't think there's servants or slavery to pleasing people. Когда тебя всегда хвалили. When people are always pleasing you. You're so talented. Такой wow. Способный. You're so capable. И ты так привыкаешь к этому состоянию. И ты даже не замечаешь, что твои эмоции и чувства стали рабами вот этого состояния. And you don't even get used to, you get notice that your feelings and emotions become slavery to that. Такой помазанник. He's so anointed. Ты так привычно, что все эти вокруг себя. That everyone is around you, you're used to it. Что ты не заметил. That you haven't noticed. Что ты больше не столько предан Богу. But you're not so dedicated to God anymore. Ты остаешься предан, но служению Богу. You're dedicated, but now to the service. И тебе нравится больше, что происходит в служении Богу. And you like what's more in the ministry to God. Знаете, как людям нравится больше день рождения. Now how people like the birthdays even more. Люди переезжают к нам в служение с разных мест. People come from different places to our ministry. Побывали на конференции. They were at our conference. И им так понравилось. They loved it so much. Вот это состояние. This feeling. The anointing. И они говорят, мы хотим к вам служение. I want to come to your ministry. Они понимают, что служение не состоит из день рождения вот этого, знаете? They don't understand that our service is not from birthday to birthday. А служение начинается с твоей преданности Богу. But the service starts to your dedication to God. В тайной комнате, где никого нет. In your secret closet when no one is there. Где ты вот там реальный с Богом? Where you are raw with God. Серьезно, я больше и больше себя, чем дальше иду, тем сильнее это хочу в моей жизни. The further I go, the more I want this. Я хочу наслаждаться самим Богом, когда меня никто не видит. I want more and more to just be thrilled with God when no one is around me. Я хочу там быть настоящим с Богом. I want to be real there with God. И чтобы когда я выходил, that when I come out, я не был зависим от того, что кому-то нравлюсь я или нет. That I'm not dependent if I like, if someone likes me or not. Кто-то воспринимает мои методы. If someone accepts my methods. Кому-то непонятны эти методы. If those methods are not received, it doesn't matter. Да, мы должны, конечно же, понимать, что мы имеем дело с людьми. But of course, we have to understand we have a work with people. Работа с людьми — это целое искусство. Working with people, it's a whole. Но надо учиться служить людям. You have to learn how to serve надо people. Учиться быть каналом. You have to learn to be a channel. Нужно учиться быть вот Божьим сосудом. You have to learn how to be God's vessel. Но нельзя стать зависимым. But you cannot become dependent. Стать рабом. That you become a slave. Служение Богу. To the service of мнению God. Людей. The thoughts of people. Чувствам. Feelings. Состоянию вот этому. Situations of this. Когда люди к этому привыкли. Then when people get used to this. Потом уже эти помазания прошло. That the anointing is past. Уже нету этой силы. There's no more of that power. Уже нету откровений. There's no more revelation. Уже нету этой страсти. There's no more desire. Нет этого огня. There's no more fire. А тех чувств хочется. But those feelings you want. Того внимания хочется. You want that attention. И ты будешь идти на другие методы. And you're gonna go on different methods. Чтобы как-то достигать этого. So somehow so you can achieve those. Короче, смотрите, что я хочу выделить. Here's what I want to say. Это очень важно, потому что оно связано со временем. This is very important because it's tied to the time. Очень страшно, когда сыны раньше пророчествовали, а сейчас не пророчествуют. It's very scary when sons used to prophesy, but no longer prophesy. Очень страшно, когда люди раньше видели что-то от Бога, а сейчас уже ничего не видят. It's scary when people used to have visions and no longer have visions from God. Очень страшно, когда даже в снах ты получал информацию от Бога.
That even when you in your dreams you would receive downloads from God. Иду ли я, отдыхаю, ты всегда со мной. Wherever I go, rest or not, you're always with me. Это образ жизни. This is lifestyle. Это вот такое состояние. It's a state of вот mind. Ты этим захвачен. You are captivated by ты this. Ты так захвачен Богом. You're so captivated by God. Что сны тебе от Бога. That you have dreams from God. Когда ты целый день насмотрелся всякой ерунды, конечно, такие сны тебе снятся. But of course, if you're on seeing everything here, of course you're gonna have certain люди dreams. Люди мне говорят, как ты знаешь от Бога, сон или нет Бога? How do you know if this dream is from God or not? People ask я, me. Определение дает то, что я делал в течение дня. The dream I know will come from what I've been into the last если couple days. Если ты в течение дня вот с этим пребывал, if in the last couple days I've been meditating on this, ты реально увидишь, что слово, даже когда ты спишь, подсознание работает. That the word, even as you sleep, will work under your subconscious. Это образ жизни. It's a lifestyle. It's a way of life. Это образ жизни. It's a lifestyle. Когда ты не даешь места дьяволу, where you don't give room to the devil. Когда ты приходишь больше и больше состояния, когда ты предан Богу, that you come in a situation more and more where you're dependent on God. Всем, and I want to prophesy сейчас, that right now, время, in this time, больше, больше Бог вот поднимает этих людей. God is raising up people. Не просто сыны, not just sons. Не просто юноши, not just young people. Не просто старцы, not just older people. Люди приходят в состояние полной зависимости от Бога. Where they come into a state where they're fully dependent on God. Бог говорит, рабы мои. My servants, my slaves. Мои рабы. My slaves. Это мои. These are my people. Это мой человек. This is my person. Это мой сосуд. This is my vessel. Это мой сын. This is my son. Он предан мне. He's dependent on me. Он настолько предан мне. He's sold out for me. Что я буду изливать на него свой дух. That I will pour out my spirit on him. Я буду изливать на него. I will pour it out on him. Последнее время. The last time. Где они будут носить другой мир. That they will walk with a different другой peace. Взгляд. A different vision. Другой образ мышления. Different mindset. И они будут склонять людей к самому Богу. And they will bring people to God himself. На рабов моих. And unto my servants. И на рабынь моих в те дни залью от духа моего и будут пророчествовать. And I will pour out on my from my spirit unto them and they will prophesy. Я хочу здесь именно выделить это место. And I want to highlight this moment here, this scripture. И немножко поговорить. And talk about it a little. На рабов моих, на рабынь моих я залью духа и они будут пророчествовать. And I will even unto my servants, both man and woman. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, крови, огонь и курение дыма. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great. А теперь заметьте, здесь в этом в Деянии написано не страшный день, а славный день, великий и славный. So notice here in Acts, it doesn't say dreadful day, it says glorious day of the Lord. Я скажу вам, слава Божья всегда приносит страх людям. I want to tell you, the glory of God always brings fear to people. Да. Yes. Дело, что когда слава Божья являлась, that when the glory appeared, люди приходили в страх. The people would come into fear. Кто эти люди были? Who are those people? Которые не хотели жить этой святой жизнью. That did not want to live this holy life. Вот когда израильский народ увидел славу на горе Синай, that when the Israel people saw God's glory on Mount Zion, они три дня освящались. 3 days they were purifying themselves. Слышите? Бог говорит, пусть они осветятся, чтобы приблизились к горе. Let them purify themselves to get closer to the mountain. И вот они три дня силы хватило осветиться. 3 days to purify. А надо не просто три дня освещаться, а жить святой жизнью. You can't just purify in 3 days. You have to live a pure life. Потому когда ты только вот только умеешь освещаться, а не жить святой жизнью. If you only know how to purify yourself but not live a pure life. Вот слава Божья там была. The glory of God was there. И одни видели как возможность, Моисей это видел как возможность. Moses saw it as an opportunity. А народ говорит, не-не-не-не, ты иди туда. But the people said, no, Moses, you go. Ты иди туда. You go. Пришел сильный страх. They had fear of the Lord. От чего страх пришел? От реальности Бога. What did the fear come from? From the reality of God. От славы Божьей. From the glory of God. Что это не шутка. That this is not a joke. Это не религия. This is not a religion. Это не хобби. This is not a hobby. Это реальность Бога. This is the reality of God. Небо открылось, слава Божья опустилась. The heavens opened, the glory of God came down. И вот Моисей это видел как возможность. And Moses saw this as an opportunity. Потому что его все страстное желание было. Because his whole being was
Я не просто хочу твои чудеса, а твои пути хочу знать. Я хочу жить этим образом. Moses' whole heart was that I don't want to just know your ways, but I don't want to just see your miracles. I want to know your ways. I want to see your face. Ладно. И вот здесь написано, что великий и страшный в Иаиле, а в Деяниях великий и славный. In Joel it says the great and dreadful day of the Lord, and in Acts it says the great and wonderful day of the Lord. Я не знаю, как вам, но я это вижу. I don't know about you, but I see this. Знаете, люди воздыхают от всех этих великих происшествий. You know, people are in fear from all these great things that are happening. Не там образ, не там мысли, не там внимание. Not that perspective, not that view, not that mindset. Великие вещи происходят сегодня в мире. Great things are happening in the world. Это в видимом мире. In this visible world. Но я хочу сказать, что великие вещи происходят в духовном мире. But I want to tell you there are great things happening in the spiritual realm. Славные дела Божьи. Glorious works of God. И вот кто владел твоим вниманием, там и будет твое поклонение. He that has your attention, you will worship there. Так вот, что меня вот прям побуждает делиться этим? Как вот Бог дал мне видеть эти тексты? Why am I passionate to share this? How did God show me these scriptures? Первое, что здесь не идет речь о дарах. This is not talking about gifts. Здесь идет речь, как сам Бог видит. This is talking about how God sees himself. Что будет происходить? What's going to happen? То есть он рассчитывает на это. That he's counting on this. То есть он для этого все дал. That's why he's given everything for this. Что? For what? Он от духа своего излил. That he poured out his spirit. Библия говорит, не мерою дает Бог духа своего. Does he not give by his measure? Я знаю, что каждый по-разному может богословски это трактировать, объяснять. I know everyone has their own theology about this. Я верю, что чем сильнее вот умножается грех, вот все греховное. I believe that as sin increases, the things of sin increase. Я сейчас как принцип это показываю, да? I want to show this as a principle. Это сложно объяснить, этот духовный язык. It's hard to explain the spiritual language. Потому что благодать имеет свойство умножаться. That we understand that grace has a way to increase. То есть она имеет в себе. It is capable. Это и есть Дух Святой. Это и есть Иисус в нас. Holy Spirit. It is Jesus in us. Это славное наследие. It is the glorious inheritance. Благодать, помазание, вот Божье, ну, это все связано с личностью Духа Святого. It's grace, anointing, it's all tied in with the person of the Holy Spirit. И Библия говорит, что когда грех умножается, благодать преизобилует. And it says, where sin increases, grace increases even more. То есть, чем сильнее реальность природы греха, тем Бог вот прям дает реальность природы своей благодати Иисуса. Where the nature of sin even shows more, where God shows the nature of grace and the nature of Jesus even greater. И вот как видит Бог и на что мы должны реально обращать внимание. And this is how God sees and how where we should have our mindset at, our focus. Я лично обращаю, честно говорю, я вот обращаю на это внимание. I my focus is on this. Я обращаю внимание, потому что сам Бог так видит это. I see this because God. Чем мы должны быть захвачены? What do we have to be captivated by? Чем мы должны быть захвачены? What do we have to be captivated by? Что такое пророчество? Что такое видят видение? Что такое вразумляемый с нами? What is prophesying? What is seeing visions? What is dreaming dreams and understanding? Как это выглядит здесь, в физическом мире? Как оно проявляется? How does this show on this world? Ведь речь не о дарах пророческих. This is not about prophetic gifts. Речь о том, что это будет такой образ жизни. This is talking about that this will be a lifestyle. This will be this kind of. Are you guys with me? You guys follow? То есть я пытаюсь как бы вот перевести наши мысли на территорию, как видит Бог сам стиль жизни. I'm trying to transition our mind to how God sees a lifestyle. Потому что каждый раз, когда мы говорим о пророчествах, нам кажется, это дары. Every time we talk about prophecy, we always think it's a gift. Когда мы говорим, будут видеть видение, мы тоже думаем о дарах. When we see that they're going to have visions, we also think about gifts. Дары видения. Gifts вот and visions. Вот картинку какую-то увидел. They see some kind of picture. И точно так, когда мы говорим, что старцы с нами вразумляемы будут. And just as it says, the old man will dream dreams. Каждый по-разному это воспринимает. Everyone receives it differently. Но я хочу немножечко вот просто пролить свет, как мне дано понять Богом. And just I want to take some time and just shine some light of how God has revealed this to me. И что это связано не только с, потому что есть два разных взгляда. Я это сам когда-то изучал. And there's two different perspectives.
Именно касательно Иаиль, этого текста и деяния второй главы. I study this myself, how Joel talks about it and how Acts 2 talks about it. Потому что там идет о начале, когда излился Дух Святой. And it talks about as the Holy Spirit pours out. Но в этом же тексте и связано, что что-то будет происходить перед днем великим и славным. And in the same scripture talks about that something is going to happen before the great and glorious day. То есть связано со вторым пришествием Иисуса. This talks about the second coming of Christ. Да, Дух Святой здесь на земле. The Holy Spirit's here on earth. Здесь на земле. Here on earth. Он как пришел 2000 лет назад, он и приготовит церковь славное состояние. Just as he came 2000 years ago, he will prepare a glorious church. Да, есть разные сезоны, временное пространство. There's different seasons, there are different times. Да, есть разные поколения. There are different generations. И в каждом поколении, я верю, Бог открывает свои грани. And in every generation, God opens his measure. И чем ближе мы ко второму пришествию, and the closer we are to the second coming, тем сильнее земля наполняется познанием. And the more the earth is filled with the knowledge. Оно идет параллельно. It goes parallel. Если это возможно уразуметь, как if it's possible to understand. Потому что сегодня сильнейшая эра знаний. Right now, there's a great move of information. Когда умножаются знания. When information increases. В сфере бизнеса, технологии, то есть все развития. There's more information in business and technology in every category. До того, что вот эти вот все ученые приходят в состояние, чтобы как можно было реальнее создать человека. That these people are captivated. How can you create a being? Сильно прогрессируют знания в видимом мире. Information is progressing so fast in the visible world. Но я хочу сказать, что Бог не стар, он не в стороне. But I want to tell you that God is not on the sideline. Наравне с этим. Just on the same measure. Вот услышьте внимательно то, что я сейчас скажу. Listen to me closely what I'm going to say. Потому что в видимом мире. In the world that we can see. Нам кажется, что есть такая сфера ученых людей, категория людей. We feel like there's a category of people that are so educated. И вот многие верующие. That many Christians. Oh God, help me to bring this. Боже, помоги мне тогда нести. Смотрите внимательно. То есть мы иногда наблюдаем, как развивается все в видимом мире. We are watching and observing how everything is happening in the world. И мы смотрим на этот великий разум. And we see this great knowledge and information. Вот эти люди, которые создают что-то новое, технология вся настолько развивается. They're creating new technology and technology is expanding. Сфера знаний. The sphere of knowledge and information. Все настолько сильно прогрессирует. Everything's progressing so quickly. И за этим стоят люди, которые включают свой мозг и там что-то находят, получают какие-то видения свои. And behind that, there's people that turn on their mind and they get visions and they see things. Да, они видят видения. У них есть это видение внутри. They have visions. They see visions. They have this vision inside of them. У них есть видение, что нужно сделать. They have a vision what they need to do next. И мы иногда смотрим, думаем, вау. And we look and we say, wow. И мы вот люди верующие. And we as Christian people, and we always just observing everything. We're always catching up to everything. Причина, почему мы всегда догоняем, why we're always catching up, она заключается в том, что многие не познали до конца, кто есть Дух Святой. That why is because many of us have not realized who the Holy Spirit is. Для многих Дух Святой это, знаете, какая-то вот духовное состояние, молитва иными языками. To many, the Holy Spirit is—it's like a spiritual state, like when you're praying in tongues. Мы до конца не поняли. We have not fully understood. Что Дух Святой. That the Holy Spirit. В котором бездна богатства премудрости. That there's no limit to His knowledge and wisdom. Дух Святой, в котором вся премудрость и все видение. That in the Holy Spirit, where there's all fullness of wisdom and knowledge. Колоссянам 2 глава. В нем вся премудрость, все ведение. Дух Святой, сам Бог, личность Бога. The entity of God himself. Бог есть Дух. God is the Spirit. Бог есть Дух. God is the Spirit. Он только один раз only one time использовал тело человека, that he used the man, the flesh of man, чтобы прийти на эту землю, so that he can come on this earth, чтобы сделать ту миссию, that he can do that mission, для того, чтобы снова возвратить людей в статус сыновства, that he can again bring people back to the status of sonship. Иисус говорил, Jesus says, вот Отец перед вами, видящий меня, видел Отца. He who has seen me has seen the Father. Поймите, что Он больше не придет во плоти. He will not come in flesh again. Бог есть Дух. God is the Spirit. Он был Дух. Бог есть Дух до сотворения человека. God is the Spirit before even man was created. Бог есть Дух сейчас на земле. God is the Spirit on this earth right now.
Представьте, сам, ну, сложно, наверное, потому что люди, вот, Бог, и сразу в такую религиозную баночку. Оп. You know, every time we mention the word God, and they put him in a religious bottle. У каждого как бы свой такой Бог. And everyone has their own image of God. Я даже не знаю, как это использовать. Сам Творец. The Creator himself. В котором бездна. Нет, вообще трудно дать этому всему определение. That it's hard to even describe. There's no limit to him. Представьте, Бог духом своим на земле. Imagine God himself in his spirit on this earth. В духе святом царство Божье. In the Holy Spirit is the kingdom Мышление of God. Бога. The mindset of God. Видение Божье. The vision of God. Премудрость Божья. The knowledge of God. Совет Божий. The counsel of God. Там это безграничная сфера познания. Unlimited knowledge. Дух Святой принес вообще другой мир на землю. The Holy Spirit brought a different world onto this earth. Он пришел сверху вниз. He came from above to below. На территорию земли. To on this territory of land. Он излился. He poured himself out. И мы так смотрим на этих людей, которые вот развиваются. And we're looking at these people that are progressing. И мы удивляемся. And we're amazed. То, что они способны делать. What they're capable to do. И я думаю. And I'm thinking. Боже мой. God. Что-то мы не поняли. We haven't understood something. Ведь эти люди. These same people. Они вот с этими своими способностями так и умрут. With their own abilities and capabilities, they will still die. Да, что-то останется в видимом мире после них и будет дальше развиваться. Yes, something in the visible world will be left, but it will progress further. Но есть категория людей, but there's a category of people, которая способна видеть намного дальше. That are able to see a lot further. Намного дальше. A lot further. Иметь понимание намного глубже. To have understanding a lot deeper. Вообще, мы ответ этому миру. Мы свет этому миру. We are the answer to this world. We are the light to this world. Мы свет этому миру. Слово мир, как слово космос, это система управления. We are the light. The word world is like a system. The system of that functions on this earth. Я верю, мы ответ этим ученым. I believe we are the answer to these educated. Мы ответ этим мозгам, вот, которые сегодня пытаются что-то делать. We are the answer to these minds that are trying to do something, accomplish something. Потому что нам дано видеть что-то дальше, чем люди умирают здесь на земле. Because we have been given able to see something further than people dying on this earth. Смотрите, в чем проблема. И что мы должны возвратить. Что мы должны, к чему мы должны приходить больше и больше. 1 Коринфянам. У меня мало времени осталось. 1 Коринфянам, 6 глава. 1 Corinthians, verse 6. Вот позвольте мне посмотреть на этот текст чуть-чуть другим взглядом. 17 стих. Let's look at this scripture, verse 17, from a different perspective. Здесь апостол Павел говорит о нашем теле. Apostle Paul's talking about our flesh here. О нашем теле. About our flesh, about our bodies. Тело, инструмент Бога на земле. Our body is an instrument of God on this earth. Вы члены Христовы. You are members of Christ. Тело наше, не плоть, не греховная природа, тело наше. Our physical body, not flesh, not that nature of sin that the Holy Spirit uses on this earth. И Павел говорит вот о теле. And Paul's talking about the body. И вот здесь он говорит в 17 стихе. And in verse 17 here he says. Да, он применяет здесь и речь говорит о блуднице, о том, что люди попадают в блуд и грешат против собственного тела. Yes, and he talks about the prostitute here and how people fall into adultery and they sin against their bodies themselves. Но позвольте мне пророчески сказать что-то. But let me say something prophetically. Слушайте внимательно. Listen to me carefully. Иакова написано. In Jacob it says. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Adulterers will commit adultery. Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Do you not understand that friendship with God is enemy of God? Теперь, когда здесь идет слово мир, the word мир, да, world, world, здесь не используется видимый мир.
He's not using the visible world. А речь идет о духе. Слушайте внимательно. Дух мира. The spirit of the world. Я потом в конце вернусь. 1 Коринфянам 2 глава, 9, 10, 11, 12 стих. 1 Corinthians 9, 10, 11. Где не видел глаз и слышал ухо, не приходило на сердце человека, что Бог приготовил для любящих. No eye has seen, no mind has heard. No ear has heard, no mind can comprehend what God has planned for them. А нам Бог открыл духом своим святым. But it says God has opened it with us through us. Это не дары. It's not the gifts. Это не дары. It's not the gifts. Это образ жизни. It's the mindset. Где тебе открыто духом святым. It's open through you for the Holy Spirit. Глубины Бога. The depths of God. Где ты видишь, как видит Бог. Where you see how God sees. Где ты соединяешься с Ним. Where you connect with Him. Это не дары. It's not gifts. Это образ жизни. It's a lifestyle. А нам открыто Духом Святым. And it, for us, it's open through the Holy Дух Spirit. Проницает глубины Бога. And the Holy Spirit dives into the depths of God. И апостол Павел говорит. And Apostle Paul says. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого. No man knows what's inside of man except the Spirit of man. Это очень важно. Дух человека. The Spirit of man. Потом он говорит, мы не приняли Дух мира. We have not accepted the spirit of this world. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. No one knows what's of man except the spirit of man. No one knows what's of God except the spirit of God. И дальше он говорит, мы не приняли Дух мира. And it says we have not accepted the spirit of this world. Скажите, Дух мира. Say the spirit of this world. The spirit of this world. Проблема не в деревьях. The problem's not проблема не в земле. The problem's not in the dirt. Не в досках. Not in the wood. Понимаете, проблема не в воздухе. The problem's not in the air. Это сотворенный Божий мир. This is created by God. Проблема в духе мира. The problem is in the spirit of this world. Дух зла. The spirit of evil. Я прошу, не забирай их от мира. God says, Jesus says, don't take them from this world. Сохрани их от зла. Take, keep them from the evil. В этом мире. From this, in потому this world. Что теперь они свет этому миру. Because now they are a light to this world. Они соль для этой земли. They are now salt to this are land. You guys with me? Are you with me? Проблема с духом мира. The problem is with the spirit of the world. И многие прелюбодействуют с духом мира. And many commit adultery with the spirit of this и world. И прелюбодействуют также с духом человеческим. And they commit adultery with the spirit of man. Когда мы мнение человека ставим в своей жизни выше мнения Бога. And when we have the mind, where we're concerned about the thoughts of man more than we are concerned of the thoughts есть of God. Дух человеческий. There's the spirit of man. Есть дух мира. There's the spirit of this world. И есть дух Божий. And there's the spirit of God. Повторяю, есть дух человека. I want to repeat, there's the spirit of man. Иисус говорит. Jesus says. О, когда кто-то приходит во имя свое. When someone comes in their own name, вы научились принимать славу друг от друга. You learn how to accept glory from one another. Главное, чтобы в человеческих глазах было хорошо, в религиозных глазах. As long as you look good in the man's eyes and look good in religious eyes. А в глазах Божьих это противно. But in God's eyes, this is disgraceful. Мы идем на компромисс, угождение, лицеприятие. We go to compromise. Мы льстим. Чтобы пробиваться, знаете, по ступеням человеческой славы. We're motivated to go through God, through people's glory. Это все умирает сегодня. This all dies today. Это все умирает сегодня. This all is dying today. Слышите? Это все умирает сегодня. This человеческое умирает сегодня. Everything of man is dying today. Есть дух человека. There's the spirit of man. Дух мира. There's the spirit of this world. Есть дух Божий. And there's the spirit of God. Мы не приняли дух мира. We have not accepted the spirit of this world. Мы приняли дух Божий. We have accepted God's spirit. Мы не приняли дух мира. We have not accepted the spirit of this world. Мы приняли дух Божий. We have accepted God's spirit. Чтобы знать, скажите знать. So we can know. Say know. Знать, иметь это знание. So we can have this knowledge. То, что даровано нам от Бога. That we have this knowledge of what's given from God. И Библия говорит. And the Bible says. Это не научено от человека. It's not taught by man. А научено это не один вечер. It's not something you teach in one day. Это не один вечер. It's not just in one night. Это не одно служение. It's not in one service. Это образ жизни. It's a lifestyle. Где дух Святой имеет дело с тобой. Where the Holy Spirit has a working with you. Дух Святой имеет дело с твоей жизнью. Where the Holy Spirit has a working in your life. Научен Духом Святым. You are taught by the Holy Spirit. И ты способен соображать в духовном мире. And you are able to distinguish in the spiritual realm. Когда мы научены Духом Святым. When we are taught by the Holy Spirit. Мы способны соображать духовное с духовным. We are able to see spiritual to spiritual. Мы видим что-то дальше, чем физический мир. We see something further than the physical world. Мы просвещены Богом.
We are penetrated with God. Видеть видение. They will see visions. Будут иметь Божий взгляд. They will see God's see from God's взгляд. From spiritual духовное мышление. Spiritual mindset. Мы не приняли дух мира. We have not accepted the spirit of this world. И вот когда апостол Павел говорит этот текст. And when Apostle Paul is saying the scripture. Он говорит о том, чтобы мы тело не предавали блуду. And he's saying that we do not compromise our body to adultery. Не предавали блуду. That we don't compromise to adultery. Я хочу сказать, дорогие мои. I want to say, dear ones. Речь не только о сексуально-физических актах. This isn't talking about just sexual physical acts. Многие не поняли, для чего им тело на этой земле. Many people still have not understood why they have a body on this earth. Так и никогда не предали себя самому Богу. And they have not fully given themselves fully to God. Это тело не для наслаждения только. This body is not just to enjoy. Я сейчас говорю, ну, как бы, не только в плохом смысле. I'm not just talking about, like, in a bad way. Это тело — инструмент Божий. This body is an instrument of God. У него больше нету других рук, ног. He has no other arms or legs. Ему так надо, чтобы кто-то был предан ему. He needs someone that's dedicated to him. Чтобы мои руки стали его руками, реальностью. That my hands can become his hands. Чтобы мое тело было предано самому Богу. That my body will be dedicated to him himself. Не так, что здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Not a little bit here, not a little здесь bit there. Здесь человеком позаиграл. That I have compromised with people здесь here. Здесь духом мира позаигрывал. That I've compromised with the spirit of this world ну, a little bit. С Духом Святым. And yet I'm with a little bit of the Holy Spirit. Вот это сегодня происходит по всему лицу земли. All of that is happening Простите, throughout the whole world. Простите, но я с вами честно, откровенно ко всем говорю сейчас. But forgive me, but I want to be open with you. Я соприкоснулся в христианстве. Я раньше этого не знал. I have encountered this in Christianity. Я I didn't know this before. Я был обеспашен. Я служил вообще, не служил Богу. I served God. Но когда я отдал себя Богу, When I gave myself over to я God, по-другому не понимал христианство. I didn't understand Christianity differently. Если Господь есть Бог, давайте полностью Ему поклоняться. If God is Lord, then let's fully worship Him. Я никогда не знал, I didn't understand что мое another way, страстное желание служить Богу that in my passionate desire to serve God, такую реакцию, that would have such a reaction, где верующие люди тебя пытаются уничтожить. That Christian people try to destroy you. Понимаете, а кто эти верующие люди? Who are these Christian people? Это люди, которые не преданы Духу Святому. Они играют в религиозные игры. Там свои правила. Там свои ценности. Там свое угождение. И мы этим заигрываем перед всеми. И Богу противно это. Я сейчас не говорю за уважение. Honor должен существовать. Почтение. Искренняя любовь. True love. Братство любите. The brotherhood of Но love. Бога бойтесь. But God, fear God. Братство любите. Love. Но Бога бойтесь. Love people, but fear God. Are you guys with me? You guys with me? Я сейчас говорю, когда это все заигрывается, чтобы где-то кто-то тебя пропустил, протолкал, рукоположил, там еще что-то. That when we play this game, so someone could anoint you, give you a position. Какая разница, что ты епископ, но не имеешь силы Божьей? What's the point if you're an episcop if you don't have the power когда of God? Когда у тебя в физическом мире погоны, а в духовном мире тебя не знают. In the physical world you have position, but in the spiritual world they don't know you. Вырасти там в духовном мире, здесь обязательно утвердят это. If you grow in the spiritual, they will definitely know you in the Мы physical. Мы должны расти в духе, вы слышите? В духе, в познании Бога. We have to grow in the spirit, in the knowledge of God. Мы должны обеспашенно быть преданы Духу Святому. We have to be completely sold out to God. У меня нет других слов. I have no other words. Я не знаю, как еще выразиться. I don't know how else to express it. Но я увидел христианство. I've seen this in Christianity. Не только дух мира. Not only the spirit of this world. Но я соприкоснулся с духом человеческим. But the spirit of man. И я увидел, что больше всего атак. I have realized more attacks. В моей жизни. In my life. Это не дух мира. Not the spirit of the world. Я с ним разобрался. I've already dealt with that. Я умер для греха. I've died to sin. Я умираю каждый день. I die every day. А вот с духом человеческим. But the spirit of man. Все сложнее. Everything's more complicated. Потому что там вид благочестия. Because they show as if they're light. Но силы его отрекшись. But there's no power. И Библия говорит, убегай от таких. And it says, run from this. Can you imagine? Убегай. Речь идет о том, что есть похоть этому поддаться. Can you imagine? It says, run away because there's a way that you can submit to this. Единственное, где Бог говорит убегать, это сфера похоти. Every time God says run away is when there's lust and temptation. Слышите, это сфера похоти. It's lust. Но похоть не только с духом мира. Not just lust with the spirit of the world. Есть сильная слабость у людей. There's a weakness in people. Поддаться похоти вот этого человеческого. Where we can
lust of the people. Где, знаете, меньше молишься, но связи хорошие. You know where you pray less, but you have more connections. Если Дух Святой не протолкнет, то там дядя Вася все так протолкнет. If the Holy Spirit won't open doors, дядя Вася will open doors. И знаете, люди не переживают за близость с Духом Святым. People stop being concerned about the closeness of the Holy Spirit. Переживаем за кафедру, переживаем за статус, the opponents, the status, за мнение людей, чтобы все было хорошо. Be я не знаю, чем дальше я иду во времени, тем тошнит мне это все. The further I go, the more nauseating. Просто мне нету других слов. Обижайтесь, не обижайтесь, мне все равно. I don't have any other words. Но столько угождения, столько человеческой примеси. But there's so much things that we're trying to please man. И вот апостол Павел говорит, writing, о соединяющийся с Господом. But he who unites with the Lord. О соединяющийся с Господом. But whoever unites with the Lord. I don't know if you hear me. But I don't. О соединяющийся с Господом. But he who unites with the Lord. Есть один Дух с Господом. There is one Spirit in Там the нет Lord. Раздвоения. There is no division. Там нет примеси. There's no. Слышите? Там нет примеси. Боже, освободи меня от этой примеси. There's no compromise. God, free me from this compromise. Я хочу сказать что-то. I want to say something. Если ты реально будешь просто угождать Богу, если ты реально будешь предан Богу, не переживай, ты найдешь благоволение в глазах людей тоже. Не if you truly are sold out to God and you only want to please Him, don't worry, you'll find favor in God. Это страстная любовь к Богу, она такую attraction имеет к людям. You'll find favor in people's eyes. Ты настоящий, к тебе тянет. You'll be real. People will be drawn to you. Ты настоящий. You are real. They will draw to you. Ты настоящий. You are real. А ты благоухание. От тебя жизнью несет. There's life that comes from you. Слышите? You hear me? Жизнью несет. There's life that comes from you. А не смертью. Not death. Я сейчас не говорю только о физической смерти. Если такие люди, поведешься с ними, духовно умрешь. I'm not talking about just physical death. I'm talking about spiritual, where there's some people you go. Жизнью пропитан. Твои глаза горят жизнью. But when you're filled with God, you're filled with life. Your eyes are burning Все with life. Плохо, ты говоришь, нет, хорошо. Everyone says bad, you say no, it's good. И это не просто слова. And it's not just words. Ты так видишь. This is how you Поэтому see. Поэтому пророчествуешь. That's why you prophesy. Ты так видишь. This is how you see. Ты этим пропитан. You are penetrated Все with говорят, this. Плохо. Everyone says Болезнь. Bad, sickness. А ты говоришь, кто этот Голиаф? Who is this giant? Кто этот необрезанный? You say, who is this uncircumcised? Который подносит войско Бога живого. The living God. У тебя взгляд другой. You have a different mindset. У тебя мышление другое. Different vision, Поэтому different слова mindset. Другие. That's why your words are different. Слова другие. Your words are different. Ты пророчествуешь жизнь. You prophesy life. Соединяющийся с Господом. Маркус, иди сюда. Соединяющийся. Скажите, соединяющийся с Господом. Say united with God. Это образ жизни. It's a lifestyle. Соединя... Вот чем сильнее соединение с Богом, тем ты меньше двоишься. The greater the троишься. The greater the unity of God, the less double-mindedness or triple-minded. Тем ты становишься целостностью. And you become whole. Целостностью. Whole. Знаете, что сегодня я все вижу, вот реально? You know what I see or hear вот right now? Здесь за кафедрой говорят такие хорошие слова. After, on the pulpit, they say such nice words. И вот только до выхода на улицу. Once they get to the exit. Я честно говорю, мне стыдно, мне это неприятно говорить, но я озвучу, потому что я не хочу, чтобы мы превратились в этих людей. For me, it's embarrassing. I don't want to say this, but I don't want us to become those kind of people. Серьезно? Seriously. Столько негатива у служителей. So much negative in ministers. Все так плохо, все так страшно. Everything's so bad. Everything's so scary. И чтобы эту жизнь поддерживать, сидят всякие анекдоты отсюда качают, чтобы как-то развеселиться. And just to continue going, they just say phrases, jokes. Я не знаю, во что превращается все, но мне страшно. А вот это мне страшно. Вот этот день тут страшный приходит. Тебе страшно от этого?
Страшно не за себя, страшно, куда вообще вот все это приходит. It's scary, not for myself, but where this is all headed. Мне страшно стать таким, мне страшно туда окунуться, мне страшно соединять себя с такими людьми. It's scary for me to become like that. It's scary for me to even associate with people like that. Соединяющийся с Господом. But he who unites with the Lord. Я просто тут хочу погрязнуть. I love this. Соединяющийся с Господом. United with God. Скажите, один дух. One spirit. Один дух. Дух жизни. One spirit. Spirit of life. Spirit of life. Дух и жизнь. Spirit of life Слова, and truth. Суть, дух и жизнь. Spirit of life and truth. Это люди имеют, вот, это образ мышления. Когда Библия говорит, юноши будут видеть видение. When the Bible says young men will see visions. Это образ, это мировоззрение внутреннее, это mindset. Образ мышления. It's a mindset. Это образ мышления. It's a mindset. Поэтому они пророчествуют. That's why they prophesy. Слово пророчествовать, от слова провозглашать Божье слово. The word prophesy saying is to proclaim God's word. Знаете, что заметил? Когда ты соединяешься с Господом. What I noticed was when you unite with God. Тебя реально тянет к слову, реально, You're реально intrigued. Тянет к слову. The word draws you in. Реально. И знаете, что я увидел? You know what I see? Что когда ты пребываешь в слове, when you abide in the word, когда ты питаешь себя тем словом, when you feed yourself with this word, вдруг ты приходишь в такое состояние, что ты начинаешь видеть это слово. That you come to such a circumstance, ты начинаешь that you see видеть this word. Это слово. You see this word. Ты начинаешь видеть. You see this word. Видеть. You see it. Видеть. You see it. Это слово становится плотью. Ты видишь это. This word becomes flesh, and you see Слышите? This. Когда ты с Духом Святым соединяешься, when you're united with the Holy Spirit, Он дает страстную любовь к слову. He gives you a passionate desire for the word. Он дает страсть к этому. He gives you a passion. И вдруг ты погружаешься в слово. And then you fill, fulfill with И the Библия word. Говорит, and the Bible says, юноши, young men, вы сильны, you are strong, потому что слово, because the word, пребывает в вас, is inside of you, и вы будете видеть это слово, and you'll see this word, пророчествовать этим словом. Вопреки духу мира, against the spirit of this world, и вы победили лукавого, and you defeated the world, the evil one. Чем мы победили? Why, what have you силою слова, with this, которое мы провозглашаем, with the word that we proclaim, потому что мы так видим, because we see like this. Ты погружаешься в этот образ жизни, you set yourself on that kind of lifestyle, даже ночью, even at night, тебя Бог направляет в сновидение, God guides you in your dreams, разумение. And gives you understanding. Дает разумение. Gives you understanding. В общем, ты погружен вообще в это состояние. You are fully in this situation. Аллилуйя. Аллилуйя. Слышите, соединяющийся с Господом. He who's united with God. Как-то доплывем до конца. Смотрите. Let's get to the end. Бегайте блуда. Все, что двоится. Flee from sexual immorality. Чем мы соединяемся. Everything that could be attached. Убегайте этого, убегайте. Flee from it. Не соединяйтесь с духом мира, не соединяйтесь с духом человеческим. Do not connect with the spirit of man. Когда нас похоть к этому. When we have a lust for it. И там он говорит, какой дело человек есть грех вне тела, а блудник грешит против собственного тела. And all the sins personally come in to outside the body. 19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас? Do you not know that your bodies are a temple of the Holy Spirit? Вот как-то хочется прямо вот здесь заострить внимание. Ну, неужели мы не знаем? Это тело, в котором живет Дух Святой. Do you not that I just want to stop here. It says this is a body where the Holy Spirit lives. Дух Святой. The Holy Spirit. В моем теле. In my body. Которого имеете вы от Бога, и вы не свои. That you have from the Lord, and you are no longer your own. Вот куда я хочу привести, чтобы закончить. And here's where I want to bring us to finish. В последнее время. In the last days. Бог изольет дух на рабов своих. That God will pour out spirit on his servants. На людей, которые преданы Богу вообще. People that are sold out to God. Он такую меру изольет. He will pour out in such a measure. Вы не свои. You are no longer your own. Ибо вы куплены дорогою ценой. For you have been bought with a precious price. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших. Therefore honor God with your bodies. И в душах ваших. And in your soul. Которые суть Божья, суть. That are the temple of God. Слушайте внимательно. 20 стих заканчивается. Okay. You were brought with a price, therefore honor God with your bodies.
Что это за состояние? What is this kind of state? Что это за образ жизни? What is this? What kind of lifestyle is this? Кто эти люди? Who are these people? Они все ярче. They are more и ярче. Brighter and brighter. В этом темном мире. They are brighter and brighter lights in this dark world. Они соединяются с Духом Святым. They are united. И больше и больше. More and more with the Holy Поэтому Spirit. Ярче, ярче, ярче. That's why they shine brighter, Почему? Brighter, brighter. Их ярче видно. Because you can see them brighter. Они несут сейчас влияние в этом времени. They carry authority in this realm. Сейчас в наше время влияние несет не статус твой вот здесь, right now, а суть твоя. In this place, your status doesn't influence. Я не против статуса, когда Бог уже утверждает тебя. I'm not against the status when God puts you in that status. Я за это руками и ногами. Бог восстанавливает апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пастырей. God is restoring apostles, prophets, teachers, pastors. Это все ярче, ярче. Brighter and brighter, there's a scene. Но я хочу сказать, чем сильнее соединение с Духом Святым, But I want to say the more we are united with the Holy Spirit, тем ярче Бог выделяет своих рабов. That more God is showing His servants. Они начинают servants. Влиять, начинают нести свет. They are starting to influence. They start to bring light. Они этот свет имеют вот здесь. They have образ this light inside of them, in their mindset. Этот свет в устах. This light is in light. Дух и жизнь. The word is spirit and life. Слышите? Суть, дух и жизнь. Word is life, spirit and life. Они соединяются с Господом. They unite with God. Они ведут этот образ. They carry this lifestyle. Это каждый день. Every day. Там мысли их, там погружается их время. Their mindset, their time, everything's there. Да, мы не можем выйти с мира. Yes, we cannot leave this world. Но никто не должен сделать нас рабом этого мира. But no one can make us slaves to this world. Слышите? Listen рабом to me. Рабом этой системы. Slaves to this system. Мы должны быть представителями царства Бога we на этой земле. We have to present the kingdom of God on this earth. Мы его посланники. We are his apostles. Если есть рабство, if there is slavery, то это самое лучшее добровольное рабство посвящения самому Богу. If there is slavery, it's slavery to God. И вот чем сильнее соединяемся с Господом, God, тем сильнее становится для нас реально эта жизнь. The greater this reality becomes in our life. Вот чем сильнее с Господом, the more united with God, чем Царство Божье реальность для тебя, the more the reality of God is in your чем life. Чем небеса реальность для тебя, that the heavens are reality in your life. Жизнь в Духе реальность для тебя, that the living in the Spirit is a reality in your life. Все обетования Бога это твоя реальность. All of God's promises your reality. Это твой образ мышления. It is your mindset. И чем сильнее с Духом, and closer you are with God, чем ярче в этом видимом мире, you are further from this чем сильнее соединяйся, closer with God here, тем сильнее влияние. The greater the influence. Почему? Why? Потому что об Иисусе сказано, it says about Jesus, что был свет истинный, that there was light from который eternity, сошел с небес, that came down from heaven, и просвещает всякого человека, and it shines over every person, мир. That comes into this world. Так вот, когда Дух Святой сошел на эту землю, that when the Holy Spirit came on this earth, сошел свет истинный, that the spirit of that light of truth просвещает came, всякого человека, that it lightens every person, просвещает все человеческое, it lightens everything of man. То есть это и есть пророчество. That is prophecy. Это и есть. That is. Когда я пророчествую, when I prophesy, Божьим словом, God's word, когда я провозглашаю, when I proclaim, Божье обетование, God's promises, Божью жизнь, God's life, это Божий свет, this is God's который light, просвещает человека, that enlightens a person, и вытесняет из него все, что не отцом насажено, and it pulls out everything that's not of the Father. Are you with me? Are you with me? Это образ жизни в Духе, it's Святом, a lifestyle in the Holy Spirit. Когда Он имеет тебя, when he has you, когда Он захватил твою жизнь, when he has captivated your когда life, ты предан Ему, when you are his, Бог поднимает своих рабов сегодня, God is raising up his servants, и Бог today, изливает еще больше свою благодать на рабов, and he's pouring out his grace на людей, even greater, которые преданы Ему, people that are sold out to him, потому что этот мир будет изменен через таких людей, because this world will be changed by such people. Есть свет истины, there is a light of truth, и он должен прийти через твою and it has to happen through your life. Но когда ты размешан внутри, but when you are mixed inside, у тебя нету истинного света, you don't have pure light. Ты не можешь пророчествовать. You cannot prophesy. Часто люди не пророки, а лжепророки. There's some the people are not prophets, they're false prophets in Christianity. Надо верующие, чтобы были люди. We need Christian не просто христиане, а верующие люди. We do not just need Christians, we need верующие believers. Люди. Есть свет истины. Он должен прийти в этот видимый мир. There's a spirit of light and it has to come into this через world рабов Божьих. Through God's servants. Я хочу быть предан Ему.
I want to be sold out to Him. Каждый день. Every day. Соединяться с Господом. Uniting with God. Чтобы становиться больше и больше одно с Ним. To be more and more with Him as one. Чтобы иметь Его образ мышления. To have His mindset. А мы. But me, we. Имеем ум Христов. But we have the mind of Christ. Let's stand. Скажите, а мы. But we say we. Имеем ум Христов. Have the mind of Christ. Вот что я вижу происходит сегодня. Here's what I see is happening today. Друзья, вот что я вижу происходит сегодня. Here's what I see is happening today. Вот что будет в последние дни. Here's what's going to be in the last days. Вот что будет в последние дни. Here's what's going to be in the last days. На рабов моих. On my servants. И на рабынь моих. And on my servants. Я излью от духа. I will pour out my spirit. Да. Yes. И никто не сможет остановить это. And no one can stop that. Это люди, которых невозможно манипулировать. These are people you cannot manipulate. Они не поддаются человеческому. They don't fall under what men want. Они преданы Богу. They are sold out to God. Они преданы Богу. They are sold out to God. Как мне это нравится. How I love this. Как мне это нравится. How I love this. Они преданы Богу. They are sold out to God. Господь пастор мой. The Lord is my shepherd. Я ни в чем не буду нуждаться. I shall not want. Господь пастор мой. The Lord is my shepherd. Они преданы Господу. They are sold out to God. Они преданы Богу. They are sold out to God. Такой сильнейший переломный момент сейчас в христианстве. There's such a breaking point right now in Christianity. Кто имеет уши, да слышит, что. He that has ears, let him hear. Кто имеет духовные глаза, да видит. He that has eyes, let him see. Они будут видеть. They will see. Они будут пророчествовать. They will prophesy. Они будут вразумляемы. They will be filled with knowledge. Они будут так жить. They will live like this. There's such a breaking point right now. I love you, Lord. Вот я прям хочу остановить наши мысли. Уберите положение ваше, статусы, служение. Вот сейчас в стороночку в мыслях уберите. I want us to slow down our thoughts, our positions, our status. Just move it off to the side. Кто вы в глазах людей? Что вы в глазах людей? Вот сейчас уберите в сторону. What your image is in front of people, just move that off to the side. Просто задумайся, кто ты в глазах Бога? Just think of who you are in God's eyes. Вот насколько мы преданы самому Богу. Вот реально самому. How much are we sold out to God Himself? God Himself. God says, "On my men and women servants, I will pour out my spirit." Это те люди, которые приготовят тот день. Those are the people that will prepare that day. День славный. The glorious day. День великий. The great and glorious Бог day. Бог через них это сделает. God will do it through them. Бог через этих людей сделает. God will do it Бог through these people. Бог приведет в это состояние. God will bring us to this situation. Это рабы мои, Бог. God says, "Those are my servants." Я на них излью последние дни. I will pour out my spirit onto them. Я убежден, что последние дни связаны с рабами Бога. I'm more and more convinced that in the last days, it's the last days are tied to the servants of God. Люди, которые преданы Богу. That are sold out to God. Они принесут истинный свет. They will bring true light. Потому что они не двоятся, они соединены с Богом. Because they're not double-minded, because they're united with God. Двоящийся человек в мыслях ничего не может получить от Бога. Double-minded person cannot receive anything from God. Вот поэтому столько разочарования сегодня. That's why there's so much discouragement. Столько неверия. There's so much unbelief. Столько сомнения. So much doubt. Люди не верят в чудеса. People don't believe in miracles. Чудеса сегодня гонимы. Miracles are being persecuted. Гонимы. Holy gifts of the Spirit are persecuted. Потому что человеческого много. Because there's so much of man. Конечно, чистка проще. Of course,
the ways of man are easier. Зачем столько много времени с Богом проводить? Why would you don't have to spend as much time with God? Зачем поститься? Зачем уединяться? Why fast? Why unite with God? Зачем постоянно пребывать в Слове? Why always meditate on the Word? Так почитал, чтобы попроповедовать. Just read enough, just so you can preach. Познавай Бога, влюбляйся в Него. Get to know God. Fall in love with Him. Будь предан Богу. Be sold out to God. Бог изольет на тебя. God will pour out His Spirit on you. Ты будешь светом. You will be a light in this world. В 8 главе от Луки мы читаем, что ходил Иисус по городам, селениям, проповедуя благовествие Евангелия Царства. И были женщины, которые служили своим имением Ему. И там написано «и многие другие». То есть их было немало. Они суппортировали ту миссию, или то посланничество, или то видение, которое Иисус распространял на этой земле. Они стали частью этого. И они все сделали со своей стороны для того, чтобы Иисус, в свою очередь, выполнял Его функцию или Его роль. Тот же самый Иисус, который начал это на этой земле, Он сказал в 24 главе, послание от Матфея, 14 стихе, что «и будет проповедано Евангелие Царства во свидетельство всем народам до края земли». И это то, что поручено нам теперь завершить или закончить то, что Иисус начал. И дьявол четко понимает, что единственное, как можно наносить урон и всячески останавливать проповедь Евангелия Царства, это лимитировать суппорт. Это все сделать для того, чтобы это послание, это видение, оно было ограничено ресурсами. Поэтому, друзья мои, я хочу обратиться ко всем вам. Если это служение благословляет вас, все проповеди, все послания, все, что Бог поручил нам делать, чтобы мы распространили Евангелие Царства по всему лицу земли, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы вы стали частью этой миссии, частью этого видения и могли каждый месяц суппортировать это служение. Любой суммой оно помогает нам не останавливаться и распространять ту миссию, которую Иисус начал на этой земле. Станьте месячным партнером, и мы вместе с вами будем совершать Божью работу на этой земле. Я благословляю вас.